Кай, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и банда самых наркоманских подписчиков на этой планете. И да, мы все уже прекрасно поняли, и ты тоже понял то, что новая серия пряток. Лучше бы тебе это не смотреть, потому что наркомания в каждой серии зашкаливает просто на максимум, и я сам уже еле как вывожу, честно. Спасите меня, пожалуйста, я с ними просто уже записывать не могу. Ну ладно, эту серию я еще как-то проведу. А смотрите, как мы с вами делаем. Кто последний поздравит с Новым годом в чате, тот и сикер. С Новым годом! Нормально, нормально, с Новым годом, прям с Новым годом, новый. Так, я уже точно не сикер, я уже точно не сикер. Yes. Кто? Так, подождите, а кто был? Кто был последний? Хлеб. Нет, хлеб поздравил сразу после меня. Нет, он сначала. Мунстер? Мунстер, извини. Руку вверх, кто готов? Руку вверх, руку вверх. Вот, смотри на меня, у меня рука вверх. Значит, вот, потопали. Да я не... Сикер. Неправильно. Как? Вот сюда, на эту. Мия. Мия! Я тебя жду. Что случилось? Простите? Что, монстр? Что, монстр? Аляша стоит передо мной, я его пытаюсь убить. Но он не работает. Аляша не работает. Аляша не работает. Он передо мной стоит, я пытаюсь его ударить. Давай. Не работает. Да ничего страшного, да? Вот тут сидим посередине. Хорошо, сидим вот здесь. Мия, мы с тобой вместе в одной команде. Надеюсь, нас никто не спалит. Надеюсь, мусор нас не найдет. Алло, дай трезубец. Почему у меня Аляша тут стоит? Я не знаю. Подожди, я могу попасть. Нет. Я хочу вот так, хорошо. Если мустер нас заметит, я ей этот трезубец между глаз ставлю, хорошо? Да, потом она тебе на сервере. А потом мы тебе на сервере. Не надо! У меня тоже есть трезубец. Что это есть? И на сервере. И на сервере есть трезубец. Ладно. Ждем. Ребят, потом это... за меня, пожалуйста. Зачем? Почему я в самом палевном мире? Мия, зачем? Молчи. У меня супер-дупер-шуп-мупер палевном. Мия, зачем ты это сделал? Аляша? Аляша, так, вот именно. Так, алло, Аляша, ты где? Аляша, ты жива вообще? Вы что, дебил? А ты где? Почему я тебя ударить не могу, Аляша? А я в гейм-моде, у меня нормас. А-а-а! Я так не играю, можно я не... Аляша в геймоде, Аляша нормально, Аляша 4. И потом Аляша говорит, чтобы мы ее не называли Аляша. Так как мне не называть тебя Аляша, если ты настоящая 100% Аляша? Отдай мою вилку. Вилку. Не дам! Не дам! Подожди, а если я ее брошу, ты сможешь поднять? Вот сюда, если ты ее брошу. Что вы там еще вилками кидаетесь? Да я не хочу. Опа, минус Константин Петрович. Это не вилка. Держи вилку. Хорошо? Еще вилку, вилки. Хорошо. Держи еще вилку. Ну, все а сколько... вилки. Какие? Слушай, ты там не лопнешь, палка. Деточка? Не лопнешь? Нет. Я барыга. Ты барыга? А что ты мне взамен дашь тогда на эти алмазы, барыга? Дай взамен! А мои же алмазы ты мне возвращаешь. Подожди. Ну. Так, хорошо, давай делаем так. Я тебе даю один алмаз, ты мне два. Алмаз. Хорошо? Этот человек похож на утку. Опа. Нет, что? Ты не видел утку. Ты не видел утку, 100%. Чё там? Господи! Алло! Назад. Я кое-кого спалил, погодь. Слышь, пошли, иди сюда, Костян. Кого ты спалил? Это я кидал. Нет, да не это, господи. Что ты спалил, Аляша? Вот иди сюда, короче. Вот, короче, иди в холодильник опять за красными... Дай. Это я. Подожди, кого спалили? Нас спалили, Мия? Как ты думаешь? Вас, походу. Нет. Кто там спалил? Я стояла. Да, это мы... Да, все, да, ты нас спалил, Аляша, мы в холодильнике, точно. Да. Сам тебя Аляша не заглубит. Да не дам, это не твоя вилка, она моя уже, Мия. Я пошла по... Я не успела даже... Не надо, хорошо, я дам тебе вилку, иди сюда. Лови. Подожди. Лови носом. Да слови ты ее уже. Смотри, я в пятку бросаю, прям в пятку. 5, 4, 3, 2. Вот. Ну и куда? Я сиганул просто. Мия, я тебя ловлю. Опа, иди сюда. Так, подождите, значит, мы затащили, да?
Вилку верни. Ладно, а подожди, у меня вилка пропала. Как надо было хлеба найти? Мия, у меня пропала вилка, извини, пожалуйста, я не хотел. Мия, не плачь, пожалуйста. Сейчас я зайду в геймод, я тебе выдам вилку. Каждому по вилочке. Одному вилку, другому вилку, третьему вилку, четвертому вилку, Аляше вилку, шестому вилку и седьмому вилку. Главное назвать слово Аляша, потому что Аляша бомбит, когда ее называют Аляша. Мне тоже вилку У кого есть вилка? У кого есть вилка, значит тот хайдер. У кого нет вилки, значит тот сикер. Ты смотри, у Никича две вилки. Никич, поделись, пожалуйста, вилкой с кем-то. Опа! Хлебушек, заходи быстрее. Не толкайтесь! Ну что, все готовы? Мия готова. Так, давайте 30 секунд. Мия, как ты думаешь, мы справимся с тобой? Прям всех найдем, да? Будь здорова, ты чихнула? Нет. Нет, ты ничего. А, ты мяукнула, да? Я крякнула. Крякнула, а точно. 20 секунд! Давайте, давайте, давай! Мия, Мия, давай! Мия, давай! В корыто, Мия, давай! Бррр, да-да, куда ты, куда, не туда, Мия. Ты чё под настречную вылезла? Ай, так, чё куда? Чё такое, Мия? Тут лодка. С лодкой ты пэхнула. Это моя лодка. Так, Мия, давай, у нас времени нет, у нас 290 секунд, чтобы найти всех просто. Давай, Мия. Опа-на, кто-то, Константин Петрович сразу. Видны, наши ники видны? Нет. Нет, наши нет. А вот именно те, кто ищет, то да. Просто интересно, кто-то в моей нычке есть? Проверь свою нычку, а я проверю холодосик. Тут никто не может залезть сюда, ладно? А я тут. Ты тут. Опа, Никич, здорово, ты жив? В смысле, на чашке? На чашке легко залезть. Кто здесь? Нет. Ай, подождите. Какую чашку? Я нашел мой рай. Кого ты нашел? Кофемашинку нашли. Кофемашинку нашли. Ай, подожди, там же кто-то... Нет, там кто-то был или нет? Константин Петрович, давай хотя бы что-то сделай. Почему ты идешь туда, где я прямо сейчас нахожусь? То есть ты думаешь, в одном месте мы с тобой лучше найдем кого-то? Опа, монстр! Где монстр была? Хлопья. Хлопья? Я не знаю, где хлопья. Так, ладно. Где-то Аляша должна быть. Дальше. Как ты? А где я? А, точно, еще ж Никич жив, да? По идее. А кому он нужен? Кому Никич нужен? Так, Аляша, Никич. У нас 160 секунд, давайте не проиграем, давайте покажем самое лучшее время. Мне вот интересно, а в мышиную норку можно залезть? Нет, нет. Сомневаюсь. Очень сильно в этом сомневаюсь. Блин, жалко, а то была бы мышка в мышиной норке. А Костя не ищет. Костя! Костя, ты что делаешь, Костя? А-а-а, я шандарахнулся, там, возможно, кто-то был. Или нет? Ты где была, Аляша? Там кто-то, короче, забирался на мою нычку, я решил. Кто-то есть пицца? Пицца. Я, конечно, я люблю пиццу. Мне кажется, кто-то должен быть в лабиринте. Кто проверял в лабиринте? Кто-то был тут или нет? Нет, в лабиринте. Лабиринте, значит, я сейчас проверю. Нет, здесь никого нет, ну ладно. Где Никич может быть, алло? Вы чё, два дебила делаете? Давайте вы, может, искать будете кого-то, а не покататься здесь. Дурдом. Иди сюда. У меня есть секретик. Никич, а, я умер. Вы смотрите, мы с Ми ищем просто. Эти двое просто в лодке катаются на спавне. Алло. Никто не, нет. Нельзя так. Долба. Никич! Он в печке был. Где был? В печке. В печке? Да, там классная нычка. Там она, да, она двухэтажная там, кстати. А где Стасик у меня такой вопрос? В смысле, не нычка, а мой дрезубец. Ну, я же мышка, поэтому я прячусь, я боюсь, и это. Я сейчас эту мышку зажарю на своем трезубце, если найду. За что? Я а вот. Алмазики оставил на себе. А вот так. Ну ты смотри, она просто так спряталась, мне кажется, никто ее не знает. У нас 30 секунд! Конечно, мы все просто бы запросто нашли, если Мунстер и Никич не катали. Какой Никич, Аляша? Не катались. Аля... Тут зачем вы меня Сейчас кто-то умрет. Надеюсь, не я. Моя самооценка. Да вы спасите, пожалуйста, Стасика, где она? Что за нычку она нашла?
ребят, ну, знаете что, я ржу под столом. Да мы тоже ржем над столом, потому что... Она под столом была, походу. Как туда вообще забраться? Подожди. А как тут... Офигеть. Офигеть, то есть там можно было спрятаться, да? Конечно. Интересно, очень, очень интересно. Ладно, ладно. Костя ищет. Я ржу под столом. Костя ищет. А, мы еще один раунд, мне кажется, нужно закончить. Да. Нет, еще один. Ладно, Костя, ты ищешь. Костя, ты ищешь. Костя, Костянчик, давай. Прячемся, 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 прячемся. Я пока не представляю, куда нам нужно спрятаться. А я знаю, куда можно. Куда? Куда? Мия, ты давайте где? Договоримся, я вам проиграю. Почему ты нам проиграешь? Не надо проиграть, не надо. Мия, давай со мной. Я не знаю эту карту, нифига. Ну найди хотя бы... О, хлебушек. О, хлебушек, здорово. Мы за тобой соскучились. Да как туда запрыгнуть? Опа! Ой-ой-ой! Блин! Нас спалили! Нас спалили! Нет! Да ну я не... А скажите, пожалуйста, у кого... Мия, здесь можно было залезть с этой стороны! Что мы делали, дебилы? Вот там можно было залезть! Ладно, ладно, Мия, давай за мной! Мия, 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 Мия! Ой, я уже второго человека увидел! Иди сюда, Мия, наверх! О, привет! Давай, 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 сюда, сюда, сюда. А где вы, люди? А, мы прячемся. Мия, 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 давай сюда. Я там на днище на самом. Давайте. Кто проживает на дне океана? Все, мне кажется, здесь нас никто не должен. Я не успела спрятаться, я упала. Стасик, ты в прошлый раз выиграла, поэтому все нормально. Да ты... Чё? Ой, кто-то рядом. Мия, ты чё делаешь? А нет, ушли. Приветик. Мия, как ты думаешь, нас спать? Да ё-моё, ну что ты такой, бабочка? Блядь, отведи, пожалуйста. Иди сюда, иди сюда. Это тебе без заля. В жопу сказал, иди в жопу. Ты понял, куда надо идти? Я сказал, иди в жопу, понял, да? А ты уже там, я не могу туда идти. Опасно, я сказал, пошел в жопу. Твою дивизию, ты меня так будешь... Что происходит? А что происходит? Ура! Ну хотя бы за 2 минуты он смог найти хлебушка. Поздравляю тебя, Константин Петрович! А ну иди сюда, я тебе морковку! Давай хлеб, держи его! Чё там про... Чё там происходит? Стой тут! Дебилы! Да хлеб, не двигайся, дебил! Стой на месте! Кто знает телефон психушки, что ли? Я не понимаю. Я знаю! Ну иди сюда! Ладно, в принципе, нормально, мы здесь постоим с Мией. Ну, 60 секунд-то ещё осталось. Нам здесь хорошо, у нас здесь... Да ё-моё! Слушайте, я даже не успевшись... Даже не успела спрятаться, я не хочу, у меня бы... Молодец! Я не хочу с ними больше играть, Мия. Я вообще не хочу, честно. Они, ну что они делают? Смотри, они просто прыгают туда-сюда. Ой! Так, ну в принципе 5 секунд, 5 секунд то еще осталось. Иди сюда. Я сразу могу просто старту сказать, сразу хочу сказать то, что Константин Петрович, наверное, никогда больше не будет сикером, потому что он за 5 минут никого просто не смог найти. Просто никого. Он прыгал туда-сюда. Тут что ты делал, Николай Петрович? Фу, Николай Петрович! Константин Петрович, Николай Петрович, запудрили мне мозги. Все, пожалуйста, хватит, пожалуйста, давайте закончим эту серию прямо сейчас. Я вас умоляю, пожалуйста! Ставь лайк, чтобы больше никогда не было серии с этими наркоманами. Я тебя очень сильно прошу. И подписывайся на канал, чтобы не пропускать хотя бы какие-то серии. У меня башка взрывается, честно, честно вам признаюсь. После каждого нашего совместного ролика у меня просто башка взрывается. А именно от нашей семейной любовной парочки Аляша и Константин Петрович. Они прям обожают друг друга. Прям муси-пуси-сюси-муси в каждой серии. Ладно, спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока.